Так, всем привет. Снова заходим во Frogpostband. Точнее, не снова. Вот так вот на запись, по сути, в первый раз. Так. Создадим какого-нибудь тривиального персонажа. Не знаю, зачем я подбираю имя, я все равно его никогда не запоминаю. Но пусть будет так. Так, раса. Human. Давайте. Hermes Demigod. Чтобы особо не париться. Так. Пусть будет просто воин. Полубог Гермеса. Будет некоторый баф скорости. Хотя не сразу. Так, личность подбираем. Что можно сделать? Давайте лаки. Это что он там дает? Он все дает. Минус к статам, но зато скиллы очень хорошие будут. Так, 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 так. Так, давайте настроим Birth Options. Зайди, Easy Lore. Это я всегда ставлю. Так, что еще? Что-то я хотел. Так, вот я хотел вот это поставить. Чтобы... Мне кажется, это так лучше, чем вслепую. Тут надо немножко настроить настройки. А ты в основном на лайве играл, а не вот так вот. Так, что это level size? Гарантия, пантеон. Так. Сейчас я быстренько посмотрю, что тут есть. Так. Так, вроде бы ничего. Вроде бы ничего плохого не установлено. Так, escape равно accept. Так, теперь. Статы. Статы, статы, статы. Так, наверное, можно... что это я сделал? Так, нет. Я хотел немножко убавить силу. Прибавить что-нибудь еще. Так, что бы нам прибавить? Так, а вот если вот так... Так, ну вообще, наверное, есть смысл интеллект прибавить. Так, что еще можно прибавить? Ну, наверное, харизму прибавим. Чтобы на нас страх так сильно не влиял. Так, ну, можно начинать. Так, что у нас есть? Какие-то стрелы, факелы. Тут что? Broadsword, Shortbow, Chainmail. Все как обычно. Так. Собственно, тут, конечно, все хорошо и быстро работает. Я обычно в последнее время на лайве играл. Но лайв что-то как-то ужасно тормозит в последнее время. Просто ужасно. Поэтому будем вот так. Так, надо купить какую-нибудь хилку. Ну, даже вот так. Теперь. Так, вот мы сейчас пойдем в квест. Сюда лучше взять Trap Detection. Fast Door. Так, что еще можно взять? Что это? Свиток телепортации 75%. О, вот это нам пойдет. Так. Можно быстрее это сделать. Так, первый квест. Сразу же Trap Detection. Так. Ну, тут можно просто ждать. А то иначе мы будем подбирать деньги, у нас их будут воровать. О, у меня тут уже свиток своровали. Замечательно. Так, это верхний квест. Потому что я воин. Если бы я был какой-нибудь маг, мог быть и нелегкий. Так. Так, все. Всех убили. Так, что у нас есть? Rations of food. Ботинки. Так, надо еще управление вспомнить. Кстати, еще вот такую вещь сделать, чтобы у нас что-нибудь автоподбиралось. Так. Так, это нам не нужно.
Так что тем более не нужно. Так, обезвреживаем ловушки. За это вроде бы экспа дается. Так, это что? Ну, можно и взять. Так. Слушайте. Вархаммер. А это неплохо. То есть. Сейчас у нас 17. А так. 28. Это лучше. Так. Так. Телепортация. Так, плащ можно надеть. Ой, смотри, так, как это делать? Блин, а как это делать? Так, что-то я забываю управление. Так. Так, здесь больше ничего нет. Можно уходить. Так, сдали квест, взяли еще один квест. Что нам дали? Так, дали новый меч. Так. Так, теперь надо понять, лучше ли он, чем наш Вархаммер. Вархаммер у нас 28 дает дамага. Вот это у нас 23. Ну, лучше все-таки Вархаммер. Так. Так, у нас 2000 золота. Так, ну можно пока в следующий квест ходить. Здесь уже никаких ловушек нет. Так, плащ Elemental Protection. Да блин, что я... Блин, надо как-то вспоминать управление. Что так можно... Это печально может кончиться. Конечно, вероятность, что я выиграю, крайне мала, учитывая то, что у меня никогда в жизни это не получалось. Но, тем не менее, лучше играть все-таки как-то более-менее адекватно. Так, boldness. Boldness. Это нам понадобится. Можно будет потом кидаться в монстров и confusion на них кидать. Так, у нас стоит easy identify. Поэтому такие свитки нам не нужны. Ой, вот это могло быть очень больно на таком квесте. Всегда в квестах очень больно, когда... Так, подождите, я закончил квест? Нет, я не закончил квест. Где-то еще остался тот, кого надо замочить. Вот. Так, вот все. Поднимаемся обратно. Так, перчаточки. Так. Так, надеваем перчатки. Так, теперь тут что-то есть. Тут есть... А, вот можно куир купить. Колчан. Так, у нас есть лук. У нас есть стрелы. Стрелы можно экипировать. Так, что есть тут интересного? О, телепортазер, иллюминейшн. Очень хорошие вещи, но у меня на них нет денег. Так, тут что есть? Иллюминейшн. Так, ну даже не знаю, купить здесь иллюминейшн или подождать купить его где-нибудь там. Наверное, лучше все-таки там. Так, вот совершенно точно надо купить телепорт. Так, фастдор у нас есть. Хилка вроде тоже какая-то есть. Так, вот давайте еще... Браслантернов. Экстра лайт. Давайте купим вот эту штуку. Так. Так, что тут можно взять? Так, нам точно нужен рекол. Что еще нам нужно? Наверное, нужно вот какие-то такие поушены. Какие-то такие поушены. Так, хорошо бы еще рекол. Наверное, даже не один. Я потом объясню, зачем мне два рекола. Так, грибы. Так, надо взять Cure Blindness, Cure Confusion. Вот хотя бы штучек 6. Так, что-то я как-то вроде хотел не брать слишком много, а по итогу все деньги потратил. Так, ну ладно. Так, давайте вот сюда. Так, я не сюда хотел. Вот, давайте сюда. Так, первый ланч.
какие-то крысы. Делаем mushroom patch. Так, тут, в принципе, можно особо не изучать. Здесь все равно ничего полезного, скорее всего, нету. Это вам ванильный ангвант, где на первом этаже может появиться какая-нибудь вещь, которая там на 30-м этаже должна была бы появиться. Здесь все как-то более сбалансировано, но мне кажется, менее интересно. Так, ик. Так, вот тут могут падать денежки, поэтому лучше... Что это? Это не нужно. Так. Так, квест. Убить 8 варгов. О, левел 5. Можно повысить статы. Ну, на войне нет смысла повышать силу. В первую очередь. Так. Ничего интересного. Ну, можно и взять. Так, можно пытаться покопать стены. О, вот первый. Так. Так, что это за... Так, стоп. Так, сейчас надо вспомнить. Так, вот. Я вот Джерри. Так, ну, маны у нас нет, поэтому можно бить. Так. Еще варги. Что это такое? Можно заправиться другой лампой. Так, это что было? Вот, варпи. Ничего, у меня уровень растет. Это, конечно, интересно. Ну, в принципе, всегда очень быстро растет в этой игре. На первых порах. Особенно если какой-нибудь ускоренный режим поставить там. Там так вообще можно в первый раз монстра ударить, получить 15 уровень. Так, вот это плохо, потому что тут, видимо, червяки какие-то размножились. Так, что это? Magic Missile. Ну, вряд ли пригодится, но тем не менее. Так, а что у меня по скиллам? Stealth good. Мили, ну понятно. Девайс Fair. Так, ну в принципе, здесь есть смысл следить только разве что за девайсами и стелсом. Со всем остальным особо ничего сделать не получается, как правило. Так, варги, что это, овцы. Так, вот мы убили всех варгов. Теперь вот этого можно замочить. Это было не нужно. Соответственно, вообще даже опыт не падает. Ну да. Так, едем дальше. Что там дальше? Так, можно просто сразу идти вниз. Мне кажется, нет смысла как-то заморачиваться. Так, идем вниз. Сейчас будет босс. Скорее всего, очень легкий. Ну, потому что я на войне играю. Здесь начало игры в любом случае будет легче. А зато потом... Ну, да потом мы, скорее всего, не доживем. Опа-па. Сундучки довольно-таки редко спавнятся. Особенно на таком этапе игры. Ну, хорошо, дизарм. Опен. Так, что выпало? О, хорошие стрелы выпали. Неплохо. Так, что это за эта штука? Я хочу посмотреть. О, хорошая вещь. Так, давайте скинем все ненужное. Так, это вот все не нужно, это не нужно, вот это не нужно. Так, все остальное, наверное, все-таки может быть нужно. Так, что мы сделали? Так, надо идти вниз. Так, вот, Nagash, the Cobalt Lord. Lives on this level as the keeper of warrants. Не так, что правильное произношение. Так. Где ты у нас будешься? Скевен шаман. Немножко золота получили. Пробуем копать. Так, дракон. Чё это... Ой, блин. Чё я... Так, дракон, что ты умеешь? Lightning. Так, это он, получается, может взрывать мне волшебные палочки, ну и потенциально кольца, потенциально роды. И что-то там еще.
Ну да и ладно. Так. Попробовали. О, вот тут какая-то толпа кобольдов собралась. Самое время их мочить. Так, а вот и... Вот он, кобольд-лорд. Так, ну я думаю, сейчас как-то быстро подохнет. Ну да. Так, снова можно повысить стату, так как мы убили босса. Вот, зачистили первый данж, давайте их добьем. Так, вот, Potion of Speed с него выпал. С него всегда выпадает Potion of Speed. Ой, что это? Lofing Point Warning. А на скольких у меня стоит Lofing Point Warning? Интересно. Мне кажется, на сервере он у меня как-то повыше стоял, чем на 50%. Возможно, имело бы смысл сейчас его как-нибудь перенастроить. Ну да ладно. Так, что это такое? Это, наверное, не хочу брать. О, вот это хорошая вещь. А это что такое? Это тоже хорошая вещь. Иногда... А, стоп. Что-то есть. Какой-то щит. Особо нужный. Ой, что это? Так, короче, ладно. Прикол. Так, теперь... Очень важный момент. Сейчас, чтобы мы всегда могли вернуться в этот, вот в это место, на первый уровень вот этого стартового данжа, мы сейчас здесь прочитаем. Так. Так, ё-моё. Вот, reset recall depth. Depth. Вот, чтобы мы всегда, может, смогли сделать recall в этот данж, на первый уровень, чтобы... Вернуться вот на этот, ну, не респ, но что-то похожее. Так, давайте, надо что-то купить. Вообще, я думал о том, что купить. Ага, телепортазера уже нету. Интересно. Ну, стоило бы хотя бы иллюминейшн купить. Кстати, стоило бы вообще-то взять награду за квест. Она все равно бесполезная. Да, конечно, бывает обидно, когда выпадает какая-то бесполезная награда, хотя стоит отметить, что разраб проделал неплохую работу над тем, чтобы то есть вот каким-нибудь специфическим персонажам не выдавать бесполезные вещи. То есть там, если играть за дракона, и тогда там понятно, что ты не можешь носить оружие, то тебе оружие никогда в награду не выпадет. И там, ну, если... Исходный код открытия, там все это видно, что это все настраивалось, ну, видимо, как, видимо, руками. Очень так скрупулезно. Под каждого вида персонажа. В принципе, это хорошо, очень даже. Так, немножко накопили денег. Так, а вот, вот стоило бы Illumination взять, с одной стороны. С другой стороны... А нет, с другой стороны, если бы был Confuse Monster... Я бы его взял, но ладно. Так, Illumination. Что у нас тут? Так, ну, вот, наверное, за квест лучше выкинуть. Она нам больше не пригодится. С ней она бы нам никогда не пригодится. Так. Ну и что? Так, в принципе, дальше уже есть некоторые... В принципе... Ну, хотя ладно, тут с самого начала есть развилка, можно было бы не идти. То есть, прям вообще в начале игры тут есть несколько стратегий поведения. Я пока что придерживался довольно-таки стандартного маршрута, в котором мы защищаем вот этот квест. Дальше едем, защищаем вот этот данж. В принципе, ну, как-то по дефолту стоило бы потом пойти вот сюда, но вот когда я только начинал играть, я всегда так и делал. Очень много умирал на этом месте. Поэтому сейчас я уже не всегда так делаю. Сейчас я, наверное, так не сделаю. В принципе, совсем альтернативный вариант был бы пойти дальше на север. То есть, как можно было бы прям вот как-то... Типа вот куда-то вот... Короче, вот в эту реку зайти. Поубивать каких-нибудь монстров там. Очень быстро поднять уровень. И таким образом...
прокачать. Ну, просто как бы со старта там прокачаться. В принципе, даже не обязательно кого-то убивать, можно просто там кидать какие-нибудь. Ну, если бы, если бы я играл магом, можно было бы заклинания просто кидать в монстров, и повышалось бы их спа довольно быстро. Там можно за пару минут там до 15 уровня докачаться. Но сейчас мне это не нужно. Я поеду. Так, все ли я взял здесь? А то вдруг я что-то забыл. Что, кстати, вполне вероятно, учитывая то, как давно я не заходил. Так, что у нас тут? Так, а у нас как дела с хилкой? Ну, в принципе, нормально. Так, что у нас? Что-то интересное есть? Ну, ничего интересного нету. Поэтому... Так, еда есть. Поэтому идем в другое место. Так, и что произошло? А, я голоден. Так, ну хорошо. Так, пожрали. Теперь... Так, наступила ночь. Так, теперь. Так, в каких-то из этих домиков был квест. Точнее, не в одном из них, а в нескольких. Так. Так, вот вроде бы здесь квест. Да, здесь квест. Про что мы... Что тут есть? Ну, кстати, Potion of Speed мог быть полезен. Так, квест на троллей. Довольно-таки скучный квест, но... Ну да, ладно. Так. Так, вот, вот этот квест я сейчас буду делать. Так, давайте как-то побыстрее это делать. Так, едем в квест. Вот, Hate Snakes. Так, левел. Квест 15 уровня, я 9 уровня, ну, в принципе... В принципе, в этот квест можно ходить, даже с таким уровнем. Он не особо сложный, если у вас есть какой-нибудь Illumination. Можно просто сразу всех убивать. Так, что произошло? Так, 10 уровень, так. Насколько она поднимется? Так, ну она так неплохо поднялась. Все могло быть и лучше. Так, вот они сейчас оттуда будут выходить. Так. Это довольно опасный квест. Тут вполне можно умереть. Но, в принципе, если как-то правильно все делать, то можно получить... Кстати, да, я 10 уровня, у меня скорость поднялась, потому что я типа полубог Гермеса, что-то там такое. Так. Так, так. Так, надо отрегениться. Просто ждем, пока они выйдут. Так, лучше отойти. Так, 11. Так. Тут особо нечего комментировать, просто зачищаем потихонечку. Так, что тут есть? Чего нет? Так, можно уже зайти сюда. Вот, собственно, ради чего весь этот квест. Ради вот этого вот. Да, здесь. То есть вот этот квест — это такое место, где на раннем этапе игры можно гарантированно получить прикольное оружие. Не всегда это будет именно такой артефакт, но, по крайней мере, если у вас в настройках выставлено, что могут быть рандомные артефакты, иногда тут даже может попасться какой-нибудь артефакт на вампиризм, чтобы у вас ХП восстанавливалось. Это, конечно, очень имбово. Было бы, но ладно, и так сойдет. Так, собственно, давайте смотреть. У меня теперь урон. Ну вот видите, он сразу очень сильно поднялся. По сравнению с тем, что было. Хотя, так вот, если подумать,
Сколько было? 47. Стало 61. Ну да, урон поднялся. Так. Можно сейчас сдать квест. Так, это если только... Так, почему я не могу в дом зайти? Почему нет восьмерки? А нахрен с ним нету и нету. Остальные квесты я здесь делать не буду пока что. Они уже значительно сложнее. Так, ну, в принципе, здесь никакой награды нету. Поэтому мы идем дальше. Дальше у нас основной данж, банд. Данж из, по сути, так. Так, что нам сказали? Further East. Окей. Так, тут всякие монстры могут нападать. Так, вот, давайте. Ой, нет. Так. Ой-ой-ой. На меня нападают орки. Так, лучше стоять вот прямо на лестнице, чтобы, если что, можно было свалить вниз. Так, Potion of Heroism. Так. Почему-то... Я, кстати, не знаю, баг это или нет. Но почему-то... То есть у меня сейчас выставлена опция No Selling. То есть, чтобы нельзя было продавать предметы в магазинах, но зато больше луталось голды. Ну, просто с карты. И вот почему-то в подземельях этот бонус работает, а на поверхности, видимо, нет. Так, ну давайте зайдем в данж. Здесь у нас данж глубиной в 100 уровней. Финальный босс здесь находится. Там еще один босс, которого надо убить, здесь находится. Ну еще куча промежуточных боссов здесь находится. Вот хотя бы одного из них. Так, а вот это вот, к сожалению, не выпал никакой артефакт. Могу выпустить какой-нибудь типа ошейник или как там это было. Так, вот это класс, он, по-моему, силу уменьшает. Так, орки. Еще орки. Кстати, надо не забывать, что Illumination же еще немножко урона наносит тем, кто к нему уязвим. Так, конечно, 4%. Если прочитать в витах, 5%, 7%. Да, конечно, то, что в этой игре свитки могут зафейлить, это довольно-таки жестко обламывает игру в некоторых моментах. Тут как бы вероятность тут очень важна. Очень сложно прикидывать так, чтобы 100% не сдохнуть. Еще очень сложно этого придерживаться. Поэтому я сколько уже играю, игру так и не прошел. Так, мы поели. Что-то там поубивали. Так, это что такое? Ой, мобим. Полезная вещь. Здесь что-то есть? Что-то нет. О, конфьюз монстр. Так. Конфьюз монстр — это очень важно. По сути, любых таких вот начальных боссов можно с его помощью очень хорошо убивать. Так. Дальше, конечно, ой. Variant Maintainer. Вот этого будет сложно замочить. Ой, ой, господи. Ё-моё. Quiver Slot. Это очень плохо. Ой, бляха, муха, не размножается. Ё-моё. Так. Так, отсюда надо точно срочно бежать. Так, are you sure you want to leave? Yes. Так, нет, я не хочу зафейлить квест. Так. Меня полиморфнули в Small Kobolder. Так. Так.
сила у меня поуменьшилась. Не только сила. Так, это может стать проблемой, но ждать я, наверное, не буду. А, все, Примор прошел. Так. Никаких средств детекции монстров пока что нету. Монстры, кстати, если бы была детекция какая-то, можно было бы увидеть, что монстры довольно-таки умно ходят по уровню. Они могут как-то подкрадываться к дверям, так, чтобы ты открывал дверь. Он там тебя как-то бьет, что-то кастует или еще какая-нибудь фигня происходит. Так, что это какой-то босс. Лагдуф Деснага. Так, что у кого? Что интересно. Так, тут какие-то орки. Это все не страшно. Так, собираем все, что выпало. Впрочем, ничего полезного не выпало. Так, реген. Идем дальше. Ой, ё-моё! Так. Так, сейчас надо... Так, Cure Confusion. Ой, плохо. Так, вот это... Так, подождите, а что если... Cure Confused. О, я так добавил. Мейнтейнер. Так, давайте попробуем прямо на конфузе его убить. Это, конечно, опасный босс, потому что он каждым ударом конфузит. И я, конечно, могу кушать какие-то грибы, но на следующий ход он все равно бьет, и поэтому... Так. Опять полиморф. Теперь ик. Так, снова бьем. Ну, он наносит очень маленький урон. Поэтому можно прямо на конфузе убить. Будем тыкаться в рандомные места. Так. Не знаю, кстати, какой шанс попасть по нему. Ой. Так, что-то у меня... О, меня полиморфнули в голема. У меня теперь... Вроде как у меня сила даже больше стала, чем была. Так, спектр. Ой, ё-моё. Your molecule field... А, блин, я спектр, поэтому я теперь... Подождите, а я могу убежать. Точно. Я теперь... Он меня приморфил в какого-то привидения. Я могу теперь через стены двигаться. Поэтому я просто убегу. Только тут вот эти вот размножающиеся какие-то штуки. Ой, ё-моё. Блин. А вот это плохо. Ой, это... Так, у меня что-то страх по мне прошел, поэтому... Так, давайте как-то убежим. Так, вот это, конечно... Конечно, плохо, что такое происходит. Так, ладно. Надо как-то... Так, ладно, давайте я не буду двигаться через стены, это как-то очень опасно. Где Variant Maintainer, собственно? Вот, конечно, software баги очень быстро размножаются. На самом деле, по сути, вот этот вот Variant Maintainer, это самый худший босс, который может быть. Что это такое? Main Gouge Blast. Охо-хо. Это интересно, давайте посмотрим. Хотя я не уверен, что я буду этим пользоваться. Мне кажется, мое текущее оружие все-таки лучше. Сколько? 62. А так? 33. Ага, и я вижу... Так, стоп. Так, я вспомнил. Здесь же оно не показывает конкретного монстра, оно показывает только букву.
Так, что-то совсем про фичи. Только постбанды забыл. Так, ладно, все равно это нам не особо поможет. Так, я как будто бы даже могу как-то контролировать их численность. Хотя это довольно-таки опасное заблуждение. Так, а меня опять полиморфили. Получается, этот мейнтейнер где-то очень близко. Вот он. Так, confuse. Вот. Блин. В смысле? Так, бьем. Так, это опасно. Так, давайте пробуем пострелять. Бьем. Ладно. Так, ладно, попробуем. Попробуем так его убить. Так, сколько? 4% хп у него осталось. Все. Это победа. Мы его убили. Офигеть. Очень много. Вот зеленый это всегда очень много денег. Dagger of Slaying. Какой-то херня с него упал. Обычно с таких боссов. Warhammer of Force. Так, давайте подбирать. Так, если честно. Нельзя ли просто выждать, пока конфуз спадет? Или нет? Так, ладно. Стоп. У меня же есть поушены, которые лечат конфуз. Я что-то забыл про это. Так, что еще с него выпало? Так, это я не буду подбирать. Ладно. Так, едем дальше вниз. Едем дальше вниз. Пока еще, я думаю, можно идти вниз. Конечно, лут обычно... Так, кстати, точно. Это у нас получается здесь 62 урона. Так, а если я вот этот Вархаммер? То что произойдет? 52. Так, что это вообще такое? See Invisible, Mana Brand, Шелик Интеллекту и Мудрости. Так, ну Mana Brand мы не сможем воспользоваться, потому что я воин, у меня нет маны. Так, это мне еще и харизму как-то почикали. Возможно, это как-то от страха произошло. Или меня где-то кислотой плюнули. Так что я даже не заметил. Так, ну ладно. Это все равно лучше. Так, Crow Under Tank. Это, кстати, довольно-таки нехорошие существа. Так, что у нас тут? Собственно, лут просто на уровнях здесь не очень. О, кстати, этот труп, он разыскивается, можно его принести и получить. Скорее всего, зелье на скорость.
общем-то, основной лут на уровнях так себе, но вот то, что с боссов падает, бывает полезно. Хотя это в конкретном данном случае было не так. Так, вот и сейчас еще один босс будет. Горгорг. The Orc Captain. Так, мы уничтожили какой-то бесполезный potion. О, амулетик. Хороший амулет. Резист дает. Так. Так, где орки? Пока их не видно. Что-то прикол. Кстати, это офигеть, как мне повезло. Это получается, я без реколов в это подземелье вошел. Это, если бы мне было сделать рекол, то получается, мне бы его искать пришлось. Так вот я его нашел. Повезло. Так, а вот и орки. А вот и их. А вот и босс. Так. Накидываем конфуз. С конфузом все убивается очень легко. Потому что есть конфуз, и потому что я воин. Так, все. Так. О, левел 15. Так, сколько? Тут уже меньше сил уменьшается. Так, стоп, здесь какие-то хорошие вещи валяются. Вот деньги валяются. Амулет валяется. Так, стоп, что не так? Надо скинуть все лишнее. А, подождите. Пошины харизмы. Так это надо использовать. Что-то я даже не заметил, что они у меня есть. Да, можем повысить став. Так. Амулетик хороший. Броня хорошая. Да, у меня до сих пор стартовая броня была. Теперь будет нормальная. Ого! The Seren Hammer of Sharpness. Это такие вещи бывают полезными. То есть сейчас у нас 70 урона. А так сколько? 58. Но это оно острое. То есть по факту дамаг будет немножечко выше. Так что... Хотя с другой стороны, тут оно острое, а тут оно еще и какие-то интересные эффекты дает. See Invisible, Levitation. Поэтому, да, несмотря на то, что Lucian Hammer был бы лучше, но, наверное, все-таки пока вот это. Так, что у нас? Так, это орк, который взрывается. Это щит. Кстати, да, щит. Это же я свое оружие в одной руке ношу, поэтому стоило бы все-таки носить щит. Несмотря на то, что он не особо полезен. Так, что тут? Золото какое-то выпало. Так, ну короче, наверное, будем спускаться до тех пор, пока не встретим какого-нибудь босса, которого я не смогу убить. Желательно идентифицировать этого босса. А то я уже могу что-то не помнить. Кстати, еще версия, я так понимаю, отличается от точного сервера. Ну да, она точно отличается. Вроде бы глобальных... Так, это что? Это... О, Bull Roarer, The Hobbit. То, что это типа босса. О, харизма, еще одна. Это мне везет, получается. Но другие вещи абсолютно бесполезные. Имп. О, Detect Monsters. Давайте используем. Какие-то... Вот эти вот гончие. Z. Это что это? Они холодом кидаются? Да. Так, лучше их избегать, а то они мне могут повзрывать поушены. Так, Illumination. Это вообще что? Так, ну вроде бы это не страшно. Так, подождите, что произошло? А, это у меня скилл повысился. Так, теперь даже что-то падает иногда. В основном, конечно, ну ладно, деньги это хорошо. Так, это у меня... По мне страх прошел.
Гидра. Ого, с 9000 сразу упало. Это нехило так. Так. Слово у нас нахера не нужны. По-моему, кидать можно только поушен, который выпивка, который бупс. Остальное нет смысла кидать даже. Так, это что? Ringmail, chainmail. Так, вот мы убили какого-то мини-босса. Ничего с этого полезного не получили. Так, clarity. Оно же для clarity. Вообще, конечно, вряд ли. Так. Так. Так, ладно, идем дальше. Какое-то кольцо. Ой, Firebolt. Блин. Кто в меня кинул Firebolt? Ты не умеешь кидать Firebolt. Полиморф. Так, стоп. Черви размножаются. Ого! Нихера себе. Ring of Archery на плюс 29. Это получается нехилый такой прирост урона у меня. Опа. Перчатки, которые с шипами. Это они, получается, мне дамаг повышают. Лучше их надеть. Так, сделан какой-то призрак. Так, заправляем лапу. Так, что это? Что это такое вообще? Red Puyo. Explode Fire. Еще один рекол. Ну да, кстати, да. Мне же нужно было два рекола. Чтобы один рекол, чтобы выйти из данжа. Второй рекол, чтобы куда-нибудь еще пойти. Так. Антидот. Роба. Еще один рекол. Ой, чё это? Так. Блин, он дышит холодом, у меня поушины взрываются. Да блин! Ё-моё! Так, надо это исправить. Так, это надо тоже срочно. Так. Конечно... То, что пуляется и уничтожает предметы в инвентаре, это, конечно, неприятно. Так, стоп. Ладно, это не босс. Нет, это босс, но это... Так, Шеград, это орк, капитан. Так, давайте фаздор. Это было рискованно, но да ладно. Так, теперь... Убиваем орков по подходам. Ой, Фионориан Ламп. Я, кстати, не помню, это лучше, чем Экстра Лайт или нет. А вот я не помню. Так. Есть враща, есть какие-то... Это вообще можно выкинуть нахер. Что еще можно выкинуть? Ладно, что-то я не знаю, что выкинуть. В этом смысле, конечно... Та безопасность, которую я проявляю... Несколько... Точнее, даже не безопасность, просто жадность. Это, конечно, несколько избыточно.
Так. Что-то их очень много. И они еще и взрываются, и они еще и проплятины мне кинули. Ой, что-то... Как-то... Блин. Так, все. Этого убили. Что это? Уху. Это хорошо. Так, давайте скинем стрелы, которые нам больше не понадобятся. Потому что это такие себе стрелы. Так, давайте берем вот такие стрелы. Так, тут, конечно, мы урон получаем от этих взрывающихся орксайпер. Ой, чё? Так. Это плохо. Чёрник. Это чё? Каменный голем. Так, стоп, что это? Чё это такое? Боже мой. Так. Хёр. А, это мимик. Они у меня крестиком обозначаются, чтобы я их не путал. С одной стороны, как бы, это такая фича, чтобы были такие вот мимики, которые имитируют объекты, но я выставил опцию, чтобы они все крестиком обозначались, потому что... Ну, как-то мне было не очень интересно поиграть. Так, кстати, давайте проверим, как работает лампа. То есть вот сейчас, если я надену Фионориан ламп... Это мне проклятие кинули. Это печально. Мне лампа проклятая. Мне придется ремов курс играть и искать. Тут проклятие, конечно, непредсказуемые последствия. Что, мне кажется, даже какой-то интеллект у них есть. Потому что бывали ситуации, когда проклятия действовали вот прям ровно в самый неподходящий момент. Как будто бы это спланировано как-то. Здесь, конечно... Ой, ё-моё, нахера я это сделал? Какой-то айс-скелетон. В общем, тут, конечно, искусственный интеллект. У игроков здесь, конечно, может... Вроде бы не то, что у него много каких-то маневров, которые он может делать, но то, что он может делать, он делает очень хорошо. Он может как-то с дверьми играться. Так, что это такое? О, это хорошая вещь, мне кажется. Только надо понять, что выкинуть. Так, выкинуть можно. Вот это можно выкинуть. Так, это что такое? Это тролли. Так, ну хорошо, тролли и тролли. Это что такое? Это босс, по-моему. Да, это реально босс. Ой-ой-ой. Тут, конечно, вроде бы и город, но, блин, в очень плохую я ситуацию попал, конечно. Phantom Beast. Так. Так, насколько у меня ценные девайсы? Ну, вообще-то ценные. Поэтому лучше... Я их пытаюсь сохранить. Ого! Это что? Это... Так. Так. Давайте это выкинем. Что это такое? Glaive of Slaying. Sense evil. Slay evil. Undead animals. Cursed. Ну, хоть это всего лишь плюс 2. Поэтому я не думаю, что это очень эффективное оружие. А, так, стоп, это... Там, я забыл, как он называется. Какой-то... Подождите, у него Resist Confusion? Нет, у него нет никакого Resist Confusion. А что не так-то? А, вот все. Конечно, вот этих вот вороватых монстров нужно обязательно с Confusion. Так. Ботинки. А это вот хорошие ботинки, они лучше, чем те, которые были. Так, о, лук. Хороший лук. Старый лук я выкидываю.
Тоже хороший лук, но кажется, то, что у меня сейчас есть, оно лучше. Так. Дамантин. Так, ладно, не будем заходить в этот город, потому что что-то мне кажется, мы можем очень сильно рисковать, когда мы это делаем. Ух ты, фростбол, это хорошая палка. Так, что выкинуть? Вот, наверное, вот это можно выкинуть. Наверное, вот это можно выкинуть. Конечно, подавляющее большинство вещей, которые я складирую в инвентаре, например, в своем доме, это абсолютно бесполезные вещи. Ой, ё-моё, меня еще и фарболами кастуют. Так, ладно, вниз. Опа-па-па-па. Ульфан the Black. Так, кто это? Non Monsters. Ник. Ульфан the Black. Так, давайте его найдем. Так, это... Так, но они тут по убыванию мощности идут монстры, поэтому не по алфавиту искать сложно. Что-то боюсь, мы дошли до каких-то сильных монстров. Ульфан the Black. Вот он. Так. Так, ну, в принципе... Видите, армор класс 90. Это... То есть, это как понимать вообще? Это получается... То есть, вот если на самый верх пойти... Сколько армор класса у финального босса? 75, ну ладно. Не так уж и много получается. Так, ну в принципе, что можно сказать? Можно попробовать рискнуть и все-таки подраться. Потому что можно воспользоваться стрелами. У меня 13 фаздоров. Этого может хватить. Единственное неудобно, что я не вижу, на какой территории я детектил монстров. Так. Так. Кого видим? Болдер, King of X. Кстати, не мешал бы его замочить. Блин, не мешал бы его замочить. К этому я и приступлю. Так, а я не в ту сторону пошел. Или же я просто не видел кого-то скрытую дверь. Так, что это такое? Тролль. Еще один огненный тролль. Майндслайер. Кстати, мог быть опасный монстр. Хотя это же не отхватка. Так. Так, тут, конечно, у них аура. Поэтому, блин, лучше не надо. Тут, блин, сколько же я стрел потерял? Лучше не будем терять стрелы. Что? Что? Breath shards. Офигеть. Я вообще этого... Что? Что-то, по-моему, какого-то очень страшного босса мы тут. Ё-моё. Так, ладно, давайте рекол отсюда. Это ладно. Кстати, можно даже... Кастовать что-нибудь. Enchant Armor. Вот, пожалуйста. Фейлить не будем. Так, давайте рекол
Ну, собственно, куда же еще? В то место, откуда мы пришли. Так, вот. Сколько у нас денег? У нас очень много денег, кстати. Реально много. Так, сейчас ищем проход наверх. Так. Так, это проход вниз. Так, вот наверх. Так, сейчас мы уже много чего здесь можем сделать. Ух ты. Ух ты. Телепорт левел. Ничего, это армор. Интересно. Телепорт. Интересно. Ring of Protection. Resist House. Resist House — это хорошо. Вполне возможно, что мы довольно долго не найдем Resist House. Поэтому имеет смысл купить это кольцо. Да, я куплю это кольцо. Покупаем. Так, дальше. Покупаем телепорт левел. Ой, так, лучше... Так, давайте скинем все то, что нам прямо сейчас, может быть, и не нужно. То есть это... Так, ладно, потом разберемся. Так, это вот это мы скидываем. Что еще мы скидываем? Давайте еду скинем. В принципе, пока что можно ходить с едой, но потом я буду ходить без еды. Так, эти слабые поушены тоже нужно скинуть. Болдос не особо нужен. Это не особо нужно. Так. Ну, это, в принципе, тоже особо не пригождается. Мунбим пригождается. Так, давайте зайдем в Bounty Office. Так. Так, телепорт купили. Так, давайте вот такой посох купим. Телепорт. В принципе, спитов было бы достаточно, но ладно. Так. Confuse Monster. Так, здесь Power 49, здесь Power 25. Ну, конечно, лучше Power 49. Так. Recall. Он мне не очень нужен, но ладно. Так, Fast Door есть. Телепорт есть. Так, чего нет? Так, надо Remove Curse. Пить. Вот. Permanent Light. Радиус 3. Так, здесь. Радиус 2. Ну, тогда лучше я свою текущую лампу сохраню пока что. Так, покупаем поушены. Наверное, даже увидеть такие поушены. Так, только не один, а все. И даже такие поушены. Так, вот, теперь я готов. Так, правда вопрос, к чему я готов. Так, давайте оденем вот такое вот колечко. Это скинем. Это... Так, ну больше ничего можно не скидывать. Все остальное так или иначе нужно. Поэтому... Так, какие есть квесты? Нет, не самоубийство, квесты. Так, квесты. Crow's Nest. Ага. Так, ладно. Давайте, можно, в принципе, зачистить квесты. Копить. Так, это у меня уже опять какое-то проклятие наложилось. Так, вот у меня хпшечки. Плохо у меня с ней, в общем. Так. Это опасный монстр. Ну, тем не менее, я еще опаснее. Так,
Тут хороший лут валяется, зачастую. Видимо, не сегодня. Так, а что, в какой пещере? Ого! Нифига себе. Это что это? Катана Defender. Resist Light, Nether, Blindness, Fear. Free Action, Team Visible, Levitation. Так, ну, конечно, донат будет плохой. Но вот все эти эффекты... Да, дамаг сильно уменьшился. Но с другой стороны... То есть, так, если вот так... Ну, в принципе, наверное, так даже лучше. Дамаг у нас хуже. Давайте возьмем вот это. Все это не очень нужно. Ладно. Ладно, в принципе, наверное, вот такую катану даже лучше сейчас взять. Так, что там? Да, есть Invisible. Лучше, наверное, даже вот такую катану взять. Потому что Free Action очень нужен. Это у нас будет парализовать постоянно. От этого умереть можно очень быстро. Так, задаем квест. Enlightened. Так, это что за квест? Это Sewer. Так, Sewer. Так, а вот что у нас по стелсу? Good. Ну, good. Ну, это, конечно, good. Ну, в принципе, да, good. Можно и попробовать. То есть мы убираем вот это, убираем вот это. Что еще убираем? Вот это убираем. Что еще убираем? Больше ничего не убираем. Можно идти в квест. Тут. Так, кстати. Надо бы сделать макрос. Блин. Не так. Что-то я уже забыл, как делать макросы. Так, вот макрос на стрельбу будет у нас. Так, здесь надо в этом квесте как можно быстрее убить вот этого гремлина. Так. И еще какого-то монстра. Так, здесь был какой-то еще размножающийся монстр. И надо срочно убивать. То, что я включил свет, это не очень хорошо. Возможно, лучше бы этого и не делал. Блин, а я не помню, где. Если вот так. Так, ладно, это не в ту сторону я пошел. Лучше идти в другую сторону. Так, вот тут какой-то размножающийся монстр. Так, пауки не размножаются. Так, вот вроде бы здесь, да. Какой-то Nether Worm. Или как это называется. Так, все, ничего нет. Так, на всякий случай. Да. Так, дальше добываем все, что осталось. Так, давайте конфуз. Блин, крепкий какой. Все. Арчери. Ну, не особо интересно. Так, все, квест пройден. Так, а почему... Почему я не могу, подождите, если вот так, почему я не могу fast travel сделать крестницы? Это всегда работало. Вот непонятно. Так, ладно. Boots of Levitation и Resist House. Ну, хорошо. Ага. Это, получается, у меня еще где-то проклятие наложили. А, ну, понятно, в принципе, где? На кости с воронами. Так. Так, это просто был протекшн. Тогда наебать. Так, дальше. Так, у нас понизился интеллект, понизилась харизма. Девайсы. Ну, хрен с ними. Пока что можно за этим не следить особо.
Вот, лучше, наверное, пойти в следующий данж. Зачистить. Так, можно покушать. Так, здесь можно сразу на самое дно спуститься. Ого. А вот это, что это получается? Это... Так, ну, минус 3 Constitution, это очень плохо. Heavily cursed. Ну, ладно, можно сохранить. Хотя вряд ли я этим буду пользоваться. Конечно, удобно сделано, что цвет монстров имеет значение. Вот, например, розовый уменьшает силу. Вроде бы какой-то еще символизм был. Но что-то я не помню, какой еще был. Вроде бы цвета еще что-то должны указывать. Там, по-моему, даже в гайде про это написано. Это я не запомнил уже. Warning. Warning работает. Еще эта ловушка. Так, House Shape Changer. Так, нас конфуз кидают. Так, все. Уничтожен. Так, где же проход вниз? Ух ты! Какая-то толпа орков, какой-то босс. Интересного не выпало. Что это за грибок? Неинтересный грибок. Ладно, даже не буду добивать. Этого толку мало. Так. Дракончик. Мэрочки. Elemental Protection. А здесь у меня тоже Elemental Protection. Это другой Elemental Protection. Здесь у нас холод, а там что-то другое было. Так, можно сохранить. Так. Заправляемся. Сейчас мы идем в самый низ. Убивать босса. Который будет призывать монстров. В принципе, я думаю, что на 19 уровне его очень легко убить. Можно было прийти намного раньше, но это все-таки рискованно.
Раньше я так делал, но сейчас я уже не часто так делаю, только если прям действительно уверен, что могу осилить. О, это еще и взрывающиеся черви. Да, они мне стрел сожгли. Неприятно. Так, что это такое? Давай, don't you, Captain Feltrings. Москита. Давай. Так. Что выпало? Ого, вот это интересная вещь. Так. Так, software bug. Это очень неприятные воспоминания. Так, вот, розовых надо сразу убивать, это будет плохо. Кстати, не факт, что Illumination — это хорошая стратегия, потому что они на него могут реагировать. Так, так, тут надо понять, куда идти. Ух ты, прикольно. Здесь такое есть. Да, здесь такое есть. Так, ну здесь спуск вниз. Да, конечно, подождите. Чуп-чуп-чуп-чуп. Так. Ого! О, это мы дошли до 20 уровня. Мы можем выбрать способность. Способность. Да, это особенность. Полубогов, демигод. Что мы можем? По-моему, на 20-м. Еще на каком-то уровне. 40-м вроде бы. Выбирать себе вот такую вот способность. Какую-то. Так. Что-то я уже... Я не помню, что они делают. Так, вот давайте просто посмотрим. Экспа... Херня полная. Конечно, конечно, баланс тут такой себе. Мне кажется, некоторые очевидно лучше других. Например, вот это. Восстанавливаем ХП каждый раз, когда мы убиваем монстра. Две трети уровня монстра. Это, конечно, сильно. Это очень сильно. Если монстр 30 уровня, это плюс 20 ХП. Ну, кстати, это не единственное, что здесь сильное. Вот это хорошая вещь. Вот это хорошая вещь. Хотя, ты не уверен. Чё еще? Чё? Вот это вроде бы хорошая вещь. Но это на поздних этапах игры, когда начинают воровать заряды из палочек и посоха, и всего такого прочего. Конечно, вроде бы так вот. Это, конечно, в рогаликах в целом такая, такой вот интересный момент, что с одной стороны, вроде бы надо думать наперед, потому что как бы можно сейчас там что-то себе взять, что-то поможет сейчас, но потом-то это будет не очень хорошо. Это с одной стороны. С другой стороны,
чтобы потом наступило, нужно сейчас выжить. А сейчас мы не факт, что выживем. Маловероятно, что я дойду до вот это late end game. Поэтому. Что такое? Херня. Поэтому. Infernal Deal, да. Так, make a choice. Да, Infernal Deal. Да, все правильно. Вот, you make a part with the devil. Так, силу повышаем. 12 пунктов. Нормально. Пока больше, чем 10, я повышаю силу. Потом я смотрю на что-то еще. Так, man, you're the king of Southrains. This on this level as the keeper of hideout. Босс. Скорее всего, будет простой. Ого. Что такое? Ньято, лайф. Baby Falkers. Что это значит? Я не помню уже. 2 стелсу. Плюс 6 к хпшкам. Slay Demon, Slay Undead. Vulnerability, The Dark. All Light Blast. Ладно. Не очень полезная вещь, но давайте оставим. В принципе, кстати, Dark Resist это довольно-таки редкий резист. По-моему, мне его нету. Хотя он нужен. Не прямо сейчас, но нужен. Так, Potion скорости. Некомата. Undead масса. Ой, что это такое? Прист. Погриф. Так, трапс. Не буду брать. Все равно варник есть. Прикол. Так, давайте детек монстров. Так, босс где-то, видимо, не очень близко. Так, а если еще раз? Мне кажется, он где-то вот в той стороне, где... Так. Ого, хорошая вещь. Так, где... А, вот. Внизу. Внизу босс. Он может призывать к себе на помощь. Этим он может быть опасным довольно-таки. Да. Но конфуз решает. Так, Робин Гуд. Это... Что это он сделал? Это он что-то украл? Да, он что-то украл. Надо будет вернуться и замочить его. За такую наглость. Так, это босс. Да. Он может призывать. Вроде бы он и призвал Робин Гуда. Так, резист. Резист. Все. Так, это будет легко. Все-таки мы могли бы пройти сюда намного раньше. Так, все. Так, сколько? Ну, тоже мало. Сила мало повысилась. Наверное, стоит перестать ее апать. Начать апать что-то другое. Dexterity, Constitution или еще что-нибудь. Так, из монстров это не нужно. Это не нужно. Это тоже не очень вещь. Так, это что? Так, а вот это хорошая вещь. Так, Potion of Heroism. Так, вот надо вот так. И, наверное, даже... А, собственно, у меня же есть вот такой вот Enlightenment. Это не помогло, но да ладно. Кстати, Stone Tomat, хорошая вещь. Только надо что-то выкинуть. А что я выкину?
Чего делать? Чего делать? Так. Так, ну ладно, вот это вот... Что? Но вот это вряд ли пригодится, поэтому выкидываем. Снова томат намного лучше. Он нам уж точно пригодится. Так. Сейчас нас ждет Робин Гуд, на которого надо накинуть вовремя Confusion, пока он нас не атаковал и не убежал. Где-то вот тут он есть. Ты тут есть? Да. Так. Вот. Все равно он очень быстрый. Так, все. Убит. Что это такое? Интересно, интересно, интересно. Так, что выкинуть? Ну... Что-то ничего не хочется выкидывать. Все, ладно, вот это вот... Мне кажется, это не очень нужно. Поэтому я делаю рекол. Так, есть ли какие-то незданные... Да блин. Какие-то квесты, которые я не сдал. Так, таких вроде бы нету. Поэтому... Так. О, этот Farmer Maggot. Давайте пробуем его. Имя. Так, как атаковать? Как? Блин, я не помню. Так, как... Сейчас надо... Вот, да. Вот так. Хер не помню. Так, в общем-то... Сейчас уже, наверное, будем заканчивать. Что тут есть? Кстати, Restore Constitution — это хорошая вещь. Но денег мне жалко. Так, что есть? Что вот тут вот есть? Так, ну это ладно. Что вот тут вот есть? Illumination, Confuse. Все это у меня уже есть. В общем-то, ничего особо нового нет. Какие есть квесты? Это... Так, ну это какой-то совсем жесткий квест. Вроде был еще какой-то тут квест. Что-то не показывается. Ну ладно. В общем, есть какие-то квесты, есть что-то, что надо сделать. Это мы зачистили, это мы зачистили. План дальше какой? Пойти. Пойти куда-нибудь вот сюда. Да, здесь еще не было. Можно что-то позачищать. В принципе, ну вообще, ЦБ важно иметь какое-то представление о том, то есть вот в конце каждого данжа есть какой-то босс. С него, как правило, падает какой-то фиксированный предмет. То есть вот с самого первого падал Potion of Speed, со второго падал амулет какой-то рандомный. И что хотел сказать? Собственно, здесь будет падать Rod of Recall. То есть мы больше не будем зависеть от свитков, мы сможем сделать прикол просто тогда, когда мы захотим. Это, в принципе, это даже где-то я читал, что как-то это можно классифицировать как просто конец какого-то early game. Ну, в принципе, мне и так свитков достаточно, но как какая-то граница, в принципе, зайдет. Поэтому сейчас можно, во-первых, убрать все лишнее. Так, что у нас? Так, нет, это я не хотел убирать. Так, все лишнее убрать. То есть вот это убрать, вот это убрать, вот это убрать, вот это убрать, это убрать, это
что убрать. Что еще убрать? Этим я не пользовался. Значит, оно не нужно. Это тоже вряд ли понадобится. Да и это тоже. В принципе, полезность вещей определяется тем, пользуюсь я ими или нет. Зачастую можно легко их переоценивать. А инвентарь нам очень нужен. Поэтому... Так, стрелы нормально. Так. Так, надо сюда, здесь просто отметиться. Я не буду сейчас проходить этот данж. Просто отметились, зашли, вышли. Так, вот. Это город. Здесь все когда-нибудь продолжится. Ну, наверное, не сегодня, потому что... Так, сколько мы отыграли? Playtime. 1:29. Кстати, игра хорошо только прикидывает playtime. Вроде бы... То есть... Как бы вроде бы она пошаговая, вроде бы никакого внутреннего таймера нет, то есть там если как-то выйти, ну даже не выйти из игры, а если просто игру оставить, то он не будет набегать. То есть он, видимо, как-то прикидывает, сколько времени тратится на каждый ход, и как-то очень хорошо прикидывает, так что прям реально получается столько, сколько... Вот я примерно столько и сидел, мне кажется. Вот. Так что вот так вот. Пока что мы это оставим. Всем пока. Вот так вот.